Всем привет, с вами Эндербро. И Матикас 19. И сегодня это уже третья часть по скайблоку. И как вы помните, мы закончили на том, как добыли арбуз, тыкву. И сходили на тот остров. Да. Ну, и сейчас мы, собственно, и продолжим. Угу. Откуда стрелы? Ну, я ведь скелета замочил. А ты же сказал, что тебе кость выпала. Ну, Олег, тихо, давай я дерево добываю. Ладно. Все, я его добыл. Угу. А только ты все деревья подобрал. Я знаю. Их два было? Нормально, короче. Все окей. Так. Так. Где бы железо взять? Железо. Конечно, это не русский скайблок. Сейчас бы алмазы даже добывали бы. Их там много, алмазиков-то. Так, ну, вот. Сейчас они на меня все загрелись. Я бегу к тебе на помощь. Да, сейчас. Паук, надо мочить паука. Так, паучий глаз только дал козел. Будешь паучий глаз? Ой, саженец. Паучий глаз? Не желаешь? Нет. Если что, сзади тебя. Гори в аду, паучий глаз. А, нет, меня мочит скелет, а за скелетом крипер, уйди, он светится, а чё крипер светится? Это динамик лайт работает. Да? Желаю тебе удачно полетать. Вот тебе как повезло с первого раза. Мне нужно похавать этих гнилой плоти, потому что у меня полтора сердечка. Вот ты большой сундук сделал. О, круто, я круто. У меня целых половина левела. Я не могу их потерять. Сдохни. А, он светится. Сейчас. О, нет. Он что, наш мостик не взорвал? А что, он должен наш мостик строить? Вообще да. Крипер же взрывается. Ну да. О, реально он не взорвал наш мостик. А, не взорвал. Один блок. Как же много. А, криперы, походу, это. Они мало взрывают. На таком уровне сложности. Не трогай меня, бесишь уж. А, кстати... Две нити! Ну... Валю. О, блин, Олег, все надо... А, хух, я вообще думал, что мы еще вторую серию снимаем. Мы уже третью. Все, у меня есть паучий глаз и две паутины. Стой, я хочу куда-нибудь кактус притулить. Ну, не знаю. О, да, я его сейчас притулю. Стой, иди сюда. Дай мне кактус и песок. Кактус, песок. Сзади. Так, ладно. И один булыжник, я думаю, мне хватит. Угу. А я пока еще подобываю его. Деревянной киркой. Там что-то у нас светилось. Факелы нужны, блин. Блин, мы сколько играем уже, третью серию не сделали печку. Может. О, кстати, может назвать этот ролик первая печка? Да. Может быть, я не знаю. Первую серию мы точно не будем называть первый верстак. Потому что это как-то тупо. Не сделать в первой серии верстак. Дай мне булыжник один. На. Это все? Ну ты сказал один. Сколько там для печки надо булыжников? 8. Все, кактус есть. Лови. Та-та-та-та-та-та. Умри. Железо, хочу железо. Ой, паутина. Я, походу, ее не взял. Она упала. Все, я сделал. Виноват ты, скелет тупой. Ой, нет, я скелета уронил. Нет, зомби, не падай, плиз. Мне нужно мясо. Мясо. Ням-ням-ням. О, там скелет на пауке. Скелет на пауке. Нет, мне показалось. Да сдохнет уже. Сдохнет. Снег пошел. О, сейчас. Добывай, короче, его лопатой. Сделай лопату. Сейчас, подожди. Я валю. У меня скелет палит. Я дерево нарублю. Та-та-та-та-та-та. Паркур про. Лопату сделай, добывай снег. А его даже еще пока нету. Так что ты сделал лопату, добывай снег. Ладно. Вот я сейчас рублю дерево. На верстаке уже снег. Что? Что? Ты поджег дерево! Какое дерево? Ой, это лава. Лава поджигла дерево. Андрюх, не сажай это деревья рядом с лавой.
Я думал, так ты начитерился, зажигал. Размечтался. Так, еще 5 минут. Да. Дай мне кирку. Кирку. Дай. Дай. Так. Все, спасибо. Так, все, я делаю факелы. Все, я добываю снег. Ну, конечно, вот. О, сейчас печка. Давай добывай снег быстрее. Сколько там нужно? 2 блока, да, для голема? Угу. Я еще добуду снежков тоже. Зачем? С тобой. Главное, чтобы сейчас вода не замерзла. Ну, как раз там сейчас уголь в печке нашей первой. Печка. О. Печка в честь. Название в честь печки. Да. Нашей серии. А как вторую, первую печку? Вот ту печку. Да не знаю, потом придумаю. Ну, да. Когда будем все делать. У меня уже стак снежков. У меня штак я 11 аманы, начальники. Все сейчас позамерзает. А, ну вода не должна замерзнуть, ты ведь ее так спрятал. Ну я знаю. Тепло. Да. Елки, снег, ты меня бесишь, я ничего не вижу. Ну почти ничего. Снежок. У меня стак и 3. А у меня 2 стака и 14. У меня 3 стака. Давай сделаем генератор снега. Так, все, я готов делать. Я только не помню. А тыква, нам нужна тыква. Она же там растет. Да, вот она уже растет. Все, первая печка, молодец. Ты послужила, сейчас делаю факел. Все, у меня 4 стака. Если что, я уже сделаю эти кубики снежные. Ах ты же говнюк. Иди сюда. Если хочешь, что сделай. А мне жестки не будут обувляться. Ты вообще меня не попадаешь. Почему я же тебя попадаю? Не знаю, но у меня жестки. Я даже не чувствую ничего. Ах ты ж говнюк. Блин, скорее бы снег закончился. Он нам сейчас тут всю территорию обнесет. Давай выключим его. Почитерим или не надо? Да не, мы не читерим. Да. Ну, в той я карте, знаю. В той карте, которую мы не снимали, мы вообще были читеры. Да. Причитеры. Да. Так что хорошо, что мы даже не выгнали, а то бы нам в комментах писали. Дофигища всего плохого. Олег, 2 минуты. А? 2 минуты осталось. Угу. Давай делать снеговика. Давай. Только не... Лошара. Давай вот тут. Тьфу, вот тут. Нам нужен генератор снега, так что давай делать его. Где-нибудь тут притули его, в уголке. А, забор надо сделать. Ну, я сейчас сделаю. Давай, быстрее делай. У нас кактус вырос. Или ой, это вырос. Вырос. А, нет, ты его посадил еще. Ведро. Что ведро? А, ну ведро. Ну, ведро это ведро. Ведро это ведро. Жалко, что снежных инструментов нету. Вдруг мод есть такая. Ладно, может. А, кстати, вот где ты низ? Ты там внизу что-то сделал? Да. Там как раз можно и притулить портал в ад. О, да, точняк. Нам нужно это. Ну, место для снеговика. Ну, да. А! Я пересрался. Молодец. Так, что еще можно сделать там? О, я стекло сделаю. Молодец вообще. Одно. Такой креативный. Не знаю зачем. Мне кажется, в задании должно быть. Дом в задании сделать. Ну, со стеклом. Там и сам остров это уже дом. Так что мы сразу же сделали задание. Сделать дом. Так. Хотя бы еще и крыши надо. Хорошего. Да. Ну все, можно заканчивать уже 10 минут. Да? Угу. Окей. Маленькие серии, ну то вы же не обижайтесь. И зато их будет дофигища, мы уже говорили это.
Мне кажется, или не помню. Давай, ладно, так. Давай. Всем спасибо за просмотр. С вами был Эндер Бро. И Матикас 19. Да, смотрите наши следующие серии по скайблоку. Да, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи. Всем пока.